Ну що ти маленький? А? Тут снега, тобі випало по пояс, навіть не по коліна. В голуба короткі ножки, виходить йому цей сніг вже по пояс. Але вони все рівно літають, живуть, собі сидять на подоконниках в снігу лапами. О, дивіться, скільки снігу. Вони тут ждуть, поки їм їжку дадуть. Ей, в снігу? Сніжні голуби вже, да, сьогодні? Скажите что-то. Ты просто чистый, жалуешься. А ты чистенький такие. Когда снег, трошки чиститки. Хочется всех их, блин, загладить, не знаю. Зловить и гладить. Короче, у нас выпал снег, и мы сейчас попробуем поехать первый раз за зиму. Я поеду на дёрта, точнее на степа. Куплю лопату, если найду. И расчищу. Ты влазить в рот, куда ты запахаешь? Ти влазить, куда ти запахай? Сніг єси біленький. Білий голуб їсть сніг, тому що він білий. Ельвін Фокс, дами і господа. Привіт. Купив лопату? Так. Да. Причому? 50. 50 рублей? Ну. На, держи. А в тебе портфель великий? Ну там до хрена вещей, а що таке? Хочеш прив'язати лопату. Наша влада не хоче прибирати, і оде йшов, ти йдеш як просто по болоту. Та болото ти що? Тебе постійно несе. Давай я сніму як казково, прекрасно, чарівно. І ніхто не хоче кататися. Да, у нас випав сніг, і, блін, це можливість поправити сніг, круто. Блін, жаль, що ти, краще зайдемо, якщо ще одну лопату купимо, щоб ми накидали велику кучу снігу. Я куплю, 50 гривень це ж дешево, у мене є деньги. Я хочу прям накидати вище машини, поняв кучу, щоб ти падав на голову, вниз головою і можна бікфліп пробувати. Ну так, да, такі всякі. Я хочу сьогодні навчитися ноу-хенд і ноу-фут. Не ноу-фут, а це ногами типу. Ноу-фут-конкант? Якщо ми за день це все розчистимо, то ми сьогодні попригаємо, якщо ні, то завтра прийдеться. Ой. Забув про лопату. Щось би костяцю. Главное добраться до дёрпа. Дякую. О, блин, фолу з магазина вилетів. О, блин. Чё там отстаєш? Чё медленней? Можеш быстрее шихти? Ми до вечора не доїдемо. Бережно лопату. Хто покидає по сторонам, на покришки тонкі. Заперла ж туди цю штуку. Для машин не працює. А, хорошо. Не розштається там це. Я ж не думаю, що ти зараз не зможеш. Ні, нічого не розштається. Бо я ключі з собою не беру. А, хорошо. Хорошо, спасибо. Є, ще одну лопату купив. 42. Блін, тут дешевше. Нічого страшного, але тут, типу, є свій мінус, тут треба закрутити все. Ти виключи? Ну, блін, да. Я візьму арахіс. Ой. У вас нема красара в арахісі там? Чорний? Ні, нема. Нема арахіс. Там типу красар, знаєш, такі вони в дитинстві колись ми йому продавалися з кокосом, чорні такі. Я 5 пачок останніх забрав, вже давно вже нема, щось не привозити. Ельвін Фокс, ти де? Чи ти пішком? Я не можу їхати. Надо їхати, ми пішком будемо йти 2 часа.
Сильніше руки тримай і все. Дивись. Та пофіг. Тітя. Ну я теж підскальжусь, розумієш? Типу тут. О, я б забор лопати стукаючи. Дави сильніше на педалі, швидше їдь. На більшій скорості легше держати. Ще швидше, я він Фокс. Давай, що сили, мало поїм. О, давай, швидше, давай. Жени, давай, на відео ж. Я в яму попав. Давай я пойду перший в тебе. О, да. Жестко. Как видите, в Украине ничего не чистят. На дорогах еще хуже. Это просто слякоть с песком. Поэтому добираться очень трудно. Блин, я провтыкал за лопату, чуть в дверь не ударил мужику. Блин, а по дороге с лопатой не передвигаться нереально, потому что я займу всю полосу. Здесь расчищено только вот в ширину машины. Нужно ждать, пока все проедут. Что за бред? Ну? Едем? Пока машин нема. Сейчас еду, пропущу машину. И опять поеду дальше. У меня лопата влево торчит, да, метр. Как видите, Alvin Fox, бедолага, отстает на 1.50-1.100. Давай! Не приспособлен к большим нагрузкам парень. Но мы его прокачаем. У меня лайтовые шмотки осенние. У меня нет зимних шмоток, никогда не было. Я привык ходить в одних штанах и в куртке зимой просто. А ботинки я купил в том году. Первый раз в жизни я купил и одел ботинки в прошлом году. Потому что постоянно ходил в шузах и кроссовках. Считал, что это круто, а ботинки это не круто. Но сейчас я понял, вот 25 лет купив себе первые ботинки, я понял, что ботинки тоже круто, когда они красивые. Просто я был в Польше, и там есть красивые шмотки. Ну, ботинки, а у нас все уроды, просто здесь Nike на пенке. Они как кроссовки высокие, короче, круто выглядит. Поворотом. Занос. Нормально. Покажи какие-то ботинки, ё-моё, чтобы идти лишние. Это берцы. Здоровенье. Нормально, ты не замерзнешь точно. Дуй, там рейлу для бордів пацаны поставили. Бачишь? Значит, есть свои пацки, надо подойти поздороваться. Если рейла есть... Знаешь, Мелый там, знаешь. Мелый Буковель уже другий месяц. Инструктором работает. Курорт Буковель. Сколько людей у нас здесь на 50-метровой горке? Реально очень много. И учитывая, что завтра еще будет больше, воскресенье. Короче, можно было реально сделать здесь что-то крутое, зарабатывать деньги, но бизнесмены не думают об этом. Привет, братва. На помощь? Не, мы на степап расчищать трамплин и учить от трюки. А что вас мало? Четверо? Там еще двое. Блин, тяга погода, да? Ну ладно, мы погнали, удачи. А то ты так вечно будешь менять кулки и вилки на 10-ту ось. Едим нема, как в какой-то тайзи. Жарко у нас сейчас минус 2 градуса, то есть очень-очень тепло. И при этом не тает снег. И это идеальная погода, чтобы катать. И никто не катается. Посмотрите, как красиво.
Ніхто не ходить. Надьорти. У нас є райдер, у нас потір. Блін. Ого. Бля, прикольно. Дивись, як ти зараз розчистив всю розгонку. Блін, скільки сніга, щось накидаємо. Клас. Ух ти, що? Прикольно. Так, да, клас. Вже, коротше, розчистили. Красота. Ну, чисти, навіть не пройшло, всі розчистили. Ну, диви, а тут головне, що сніга немає, льда немає. Так, да, класно, взагалі не вилить. Воно пулять. Через велику кучу сніга накидати, і воно так біситься, що просто жесть. Я художник, і це моя картина. Как будто бы весной. Не, я просто чувствую себя как дома. Вот мне не хочется в мою комнату 3 на 3 метра ехать домой. Нет желания, хочется прям тут жить. Я такой мальчик природы. Вырубилась. Да? Все? За экран вырубился. А запись это? Все нормально. А, все я. Очень комфортно. Я не знаю, почему люди не катаются зимой. Очень тепло. И так что советую, когда мы достроим, приезжайте завтра все. И отсюда. Выпал снег, беру лопату в руки, чувствую себя живым человеком, собой. Очень хорошее настроение, а дома очень плохое. У нас тут снимается, у нас есть песок. И можно посыпать, и не будет скользко. Зашибись. І давай прыгати. Що, круто? Да, як бачиш. Я сразу прыгну з еліка. Правда, щоб типу не застримитися. Пиздец. О, тут, короче, твердий участок слів. Я ж ногами почувствую. Внизу сам, да. Назад отхиляйся. Не пригорончив цей танкій. Літом він перший раз почав кататися і перший раз прыгнув ступавці. Ну, він прыгнув пару раз, раз 10 може. Бачу, він катається на сандалі. Падіння вниз велике бути не може. Тобто... Ох! Ох! Ще згадав. Нормально. Сноубордісти там, короче, прийшли. Точніше, байкери, які за мною катаються на великах. Не долетів, да, походу? Я не долетів. Заднє. Ти дивись, коли долітаєш, тільки на нос не входь, свічу лучше чуть-чуть, бо тут через руль сразу жорстко випадеш. Що, коротше, знімати не буду, йдемо прыгаем. Чисто теоретично я їх зняв. Ти зняв руки, але... Я хочу сьогодні навчитися ноу-хенд і... Коротше... Я решил попробовать тилвип, але я не взял защиту на голени, футбольные щитки. И боюсь ногой в педали, но я думаю, снег можно попробовать. Пока есть момент, потому что никогда не учился тилвип. Я пробовал несколько раз, у меня вообще не получалось. Но сейчас есть снег, я попробую тилвип.
блин. Да блядь. Да блядь. Ладно. Ну не так. Блядь. Друзья, научите меня делать. Блин, всегда все выключают камеру, когда начинаю говорить, все выключают камеру, хоть надо снимать. Ну, блин, ты прыгаешь, прыгаешь, ничего не говоришь, а ты можешь, типа, раз прыгнуть, говорить. Все, надо снимать до конца, если ничего не говорю, тогда выключай. Короче, друзья, научите делать флотспин, потому что у нас никто не умеет, некому подсказать, я не понимаю, что делать вообще. Как его делать? Я посмотрел видео, делаю так, что у меня получается бэк 90, на флэр захожу. Или просто треха. Плоская, но я ее тоже перекручиваю. Короче, такое. Мы немного покатались, но в основном мы копали, поэтому завтра приедем нормально, покатаемся на целый день. Учитывая то, что мы копали, не брали своей еды и воды. И целый день здесь. Поэтому трудновато уже кататься, темнее. Перчатки просто не еще велосипедные. Промокли полностью. Полностью уже. Летние перчатки. О, блин, как видно, тяга, нифига себе, да? Ты за снега, да, походу? Да, наверное. Блин, я даже не кричал про тюна, видно. Предыдущее интервью возьму пацанов сноубордистов. Да, снег идет? Да. Короче, я хотел спросить, как ваше отношение к катанию на велосипедах зимой? Ты, кто не катается, бачу. А тебя пацан не знаю слева. Как ты до катания относишься на велику? Ну, если умеешь кататься, то катайся с снегом. Не, нормально чи не? Весной. Просто я те, кто катается, кажется, фигово. Типа, то вони лохи, правда? Блядь, вони лохи, бо може вони не вміють їздити. Якщо вони вміють їздити, вообще, блядь, класно, приємно. Пацани, це у вас м'ясо? А де Ігорюня тоді? Бля, Ігорюня пропускає пір такий. А де дівся Ігорюня? Забив, короче, про свою шапку, маску, телефон. Вот телефон. Сейчас если хотя бы один, конечно, нормальный вылезти. У меня вони, блядь, опять уже. Короче, у нас двойный уровень. У нас получается земля, раскопана земля, приземка. Там заникнула лопата и засыпана землей. И это все засыпано снегом, який раскопаний, в якому захована ще одна лопата и засыпана снегом. Двойный уровень сезона катания. Короче, двойный уровень лопат закопаних. Блин, прикольно. Чо? Платформа. Отой? Да. Нормально? До самой скорости включу сюда. Все, до завтра, да, давай, пока? Да. Я сразу на бармен приеду. Скинь один десь. Может, я. Вот плюсы и минусы квартирной жизни.